ты самому немножко... История у героя этого сюжета драматичная, но банальная. 10 лет назад Александра Ильина посадили за убийство. Сам Александр называет его трагической случайностью. Защищал родного брата от пьяного соседа. В колонии, вспоминает, конечно, был не сахар, но зато было время подумать и понять, ради чего стоит жить на свободе. Самое главное – любовь. Как вот, может быть, там и заезжен вроде все там, да, любовь. Но самое главное – любовь. То есть, если есть любовь в сердце, если я люблю своих там близких, да, там, конечно, я говорю, многое сразу тормозит, и от, ну, от многого сразу. Глядя на эту семью, и не скажешь, что еще прошлой осенью Александр был в местах не столь отдаленных. Теперь у него теплый, уютный дом, красавица жена и двое сыновей. Старший Илья с радостью помогает маме на кухне, пока папа убаюкивает новорожденного Мишу. Елена – редкая женщина, 10 лет ждала любимого. Они поженились в 2007-м, тогда Александр отсидел меньше половины срока. И у нее не было ни белого платья, ни свадебного путешествия. Но Лена об этом не жалеет. Есть такие люди, которые... Да ты с ума сошла, да ты что, а вдруг что, а ты же не знаешь, как что дальше будет. Ну, стараешься как-то не прислушиваться, то есть слушаешь себя, если ты человека любишь, доверяешь, то есть то ждешь. Сейчас Александр Ильин ремонтирует дом, работает в местном такси и прислуживает в церкви. Говорит, на путь истины его наставила именно вера. После освобождения мужчина пришел к настоятелю прихода, исповедался и остался. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Избавят бед. Просто я увидел в Александре, в его глазах, веру. А это, ну, не так часто встретишь. Планов на будущее у Александра предостаточно. Все-таки двух мальчишек нужно на ноги ставить. И хотя от тюрьмы и от Сумы не зарекаются, за решетку, уверен, больше не попадет. Слишком дорого ему обошлось то счастье, которое теперь в его руках. Марианна Мирная, Артем Сулайманов. События.